Поехали. Привет всем! Как дела? Вчера был день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 85 лет ему стукнуло. И хотел вчера поздравить вас, но не получилось никак. Вот поэтому сегодня с небольшим опозданием хочу спеть для вас песню Высоцкого про горы. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердцем не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. А теперь хочу сделать анонс. В эту субботу-воскресенье будет проходить выставка, ярмарка «Восточный базар». И в рамках этой ярмарки будет мой персональный концерт. Так что, кто хочет послушать песни разных авторов и разных времен, рок, рок-н-ролл, попса, песни из кинофильмов на 6 языках. Так что приходите, это будет событие в парке Анхор Молл, в центре города, напротив бывшей гостиницы «Ленинград», там есть два парка, бывшая территория авиационного завода, то есть парк «Навруз» и рядом парк «Анхор», и там торгово-развлекательный центр «Анхор Молл». Приходите, начало в 11, в эту субботу и в воскресенье, 2 дня. А на этой ярмарке вы сможете приобрести изделия народного творчества. Там будет и шелк, и резьба по дереву, и керамика, и что хочешь, ювелирные изделия, и ножи. В общем, будет замечательно. Приходите, друзья. Кому понравилось видео, ставьте лайки и делитесь в соцсетях. Если вы не в Ташкенте, то поделитесь со своими ташкентскими родственниками и друзьями. Всем пока!